Первое – это закон о 10% собственного сырья при производстве коньячных изделий. Как вы к этому относитесь? Считаете ли вы его своевременным вообще, этот закон, учитывая то, что у нас виноградарство как отрасль вообще не развивалось на протяжении десятков лет, да? И для того, чтобы там вырастить маломальский первый какой-то урожай, чтобы перейти на эти 10% собственных сортов, надо ну как минимум лет 7-10, наверное, да, если я не ошибаюсь. С вашего позволения, я могу сказать, что я был один из тех, кто генерировал данную идею. Но есть такая пословица «ложка к обеду». С чем она была связана, и это было очень давно. Потом это был процесс как бы обдумывания. Это был период, в основном, в который производители винограда хотели получить справедливую рыночную цену. Был период, когда импортная составляющая все время росла на Украину, в том числе и коньячных спиртов. И этот период был связан с тем, что импортные спирты европейские до 2008 года апреля датировались. То есть перекурка компенсировалась. А посему получалось, что завоз оттуда был намного экономически эффективнее, чем производство внутреннее. В связи с этим возникла эта идея. Депутаты ее тоже каким-то образом восприняли. Мы ее обсуждали неоднократно. И потом пришли все-таки к выводу, что да. Несколько встреч было в комитете по налоговой политике. И тогда в процессе дискуссии была перенесена эта норма. И тут случилось то, что должно было случиться. В Европейском Союзе, в связи с тем, что добавились дополнительно страны, члены Европейского Союза, это уже стало не 12, а 20. Норма по компенсации системы перекурки была снята полностью. Это один момент, который в пользу сыграл того, чтобы не вводить эту норму. Второй момент сыграл то, что за период последних 12 лет, это можно тоже посмотреть, запасы спиртов в Европе с 780 миллионов гектолитров уменьшились до 320. Потому что Украина, импортный завоз спиртов, это 92%. Россия, та же ситуация. Добавилась к этой ситуации еще и Беларусь. Потихоньку занимается завозом спиртов для розлива коньяковой бренди Казахстан. 4 апреля 2008 года кончилось субсидирование. Какие-то запасы были в Европе, которые получили субсидии еще за перекурку. И вот за годик-полтора ситуация выровнялась. Сегодня вопрос стоит о другом, о возможности украинских компаний, перекуривая спирты, продавать их туда. И вводить 10% или 15% или 5%. Норма это. Экономически себя уже изжила после 2008 года. Она не нужна. Сегодня справедливая цена будет сама формироваться на рынке. Можно сегодня посмотреть динамику цен европейскую и убедиться в этом. Это один момент. Второй момент. Почему так долго обсуждалось и вводить, не вводить элементы контроля. Давайте с вами подумаем о первое. Вводим мы, допустим, гипотетически эту норму. Как мы ее будем контролировать? Это будет в системе готовой продукции, то есть бутылизированной, или в системе общих запасов, хранящихся на выдержке, конкретно по позициям 3, 4, 5 и так далее. Или это будет касаться к общему объему, общий объем перекуренного. Это один из вопросов, до сих пор не решенный. Почему? Потому что дальше возникает вопрос, а аутентичность вот этих 10%, а кто судья? У нас есть сегодня институт, который имеет полномочия, который функционирует и которому все доверяют. Скажите, какой? Который действительно сказал, мы вводим эту норму, но мы хотим
Ну, как любой покупатель, он главенствующее лицо на рынке. Он вправе задать вопрос, а я хочу убедиться. И кто будет этим институтом, которому все доверяли, которого были полномочия? Если мы говорим о Европе, вопросов нет. Три составляющих, как говорят, три основных. Там. Да, как в истории говорили. Там есть профессиональные ассоциации, которые поддерживают контакты с лабораториями, которые занимаются исследованием, аутентичностью, разрешением споров и в какой-то мере арбитражностью. Есть смешанные лаборатории, где есть частичка государства, вложенная, и есть вложенные деньги компаний с такими же функциями. И есть чисто приватные, которые работают с делегированными полномочиями. Поэтому там этот институт, он работает. И там любой потребитель вправе, при чувстве какого-то неудовлетворения или обмана, отнесет, ему все сделают, аналитику. Ясно, что аналитика платная. Но это аналитика, которой все доверяют. Поэтому сегодня вот эта вот норма, она будет связана с одним. Нужно будет подтвердить, аутентичен ли этот продукт. А вообще нам нужно в виноделии вспомнить, наверное, то, что касалось лауреатов Нобелевских премий, таких как Василий Леонтьев. Балансы. Понимаете, у нас интересная ситуация складывается. Мы выращиваем определенное количество винограда, а после этого получаем определенное количество разного типа вин по направлениям. Шампанское, марочное, столовое, конечные материалы. И когда потом мы смотрим общий итог, у нас получается странное. То ли это какая-то специфика украинского виноделия о том, что цифры не совпадают, балансов нету. Ну, как пример, давайте возьмем такое. Вот мы сейчас можем посмотреть любой магазин, специализированный или супермаркет, вина. И возьмем количество белых вин и красных вин. У нас красных сортов винограда аж 8-9% к объему. На прилавке будет чуть ли не половина. Это один аспект. Второй аспект. Если сложить объемы вина, которые декларируются, и объемы сырья, которые переработаны, то получится, что у нас средняя урожайность сегодня европейского уровня, почти 90 центнеров с гектара. А если мы возьмем в пересчете на гектары плодоносящие, то у нас чего-то получается 38. И вот здесь любой человек здравомыслящий, он по идее должен задуматься, откуда все это берется. Еще в советское время такое проходили. Я не буду говорить о республиках, когда там добивались миллион тонн винограда, и потом распределялось это по всему Союзу, и потом вдруг это вино оказывалось не подлежит даже обработкам, оно начинало портиться и так далее. Было и такое, но там это все было тогда под жестким контролем административным. И что потом делалось, я тоже не хотел бы, это история. Может быть, кто-то об этом когда-то скажет. И теперь получается и у нас. Еще один пример привожу. Этот год, весна. После прошедшей зимы все кричат, вымерзли виноградники. Вспомните, пресса не даст нам это забыть. Нам всегда об этом напомнят. И говорили, ну, конец виноградарства украинского. По идее, ну, вымерзли, значит, объем-то должен быть меньше. Но у нас опять-таки, я думаю, нужно вот этот год его задекларировать и запатентовать. А также подать заявку на получение Нобелевской премии в части развития виноградарства. Когда вымершие многолетние виноградники дают урожай больше, чем существовавшие. Таким образом, можно прийти даже к такому, как казалось бы, парадоксальному выводу, что можно и в Чернигове посадить виноградники, пусть они вымерзают, но при этом они будут давать большую урожайность. Вот это у нас произошло в этом году. А теперь давайте задумаемся. К объему выпущенных, опять-таки к балансам приходим, к объему выпущенных коньяков на Украине, к объему переработанного винограда, к объему винограда, пошедшего на перекурку. А какое сегодня хозяйство в состоянии при наличии импорта 90% составляющей подтвердить для всей группы ординарных коньяков
эти 25%. Я вам уверяю, я готов пари держать. Никакое. Это блеф. И блеф, который связан, я бы так сказал, с попыткой передела рынка. Сегодня не нужна эта составляющая. Она экономически себя изжила, потому что Европа отменила субсидирование. Сегодня реальная рыночная цена, которая дает Украине возможность быть конкурентом вот здесь. Потому что тогда это было связано с тем, что мы имели 1% сбор, мы развивали виноградники, виноград начинал плодоносить, объемы начинали давать эти виноградники новые, а продажная цена сырья была копеечная. И все кричали, любое совещание, которое проводилось, будь то в кабинете министров, будь то на уровне МинАПК, все говорили о чем? О справедливой цене. То, что сегодня модно говорить по рынку газа, то тогда говорилось, все говорили, что не можем мы вложиться в свою себестоимость. Сегодня фреш Европа, то есть свежайшая перекурка сегодня на сегодня, она уже в районе 4 евро. Великолепнейшая цена. Я поддерживаю контакты с моими коллегами-виноделами, то они мне звонят, то я им звоню. Я им говорю, ребят, я вас прошу, не бросайте виноградники. Многие просто разочаровались и говорят, мы будем потихоньку сворачивать площади, нам не нужно это ни поддержка. Я говорю, не сворачивайтесь. Ситуация разворачивается в вашу сторону, как говорят финансисты. Тренд такой развернулся, что вы сегодня будете востребованы. Второй вопрос, а каким образом мы получим 3-4-5-летние, как нефтяники и газовики, системой замещения. Здесь отдадим фреш, там получим выдержанные с какой-то доплатой. Это не секрет, и не думаю, что кто-то об этом не думал. Виноградники, ну там хотя бы присутствуют в этих странах, и эти страны с многолетней историей, да, виноделия и всего остального. Что касается там Турции, Северного Кипра, экономической свободной зоны, вот с этим вот проблема. Очень много сегодня вот именно фальсификата идет, так называемый электрификат. Это в подтверждение моих слов, что здесь нужно Нобелевской премии вручить. Получается тогда, что вымершие виноградники дают двойной урожай здесь внутри. Страны, не имеющие истории виноградарства и не имеющие культуры коньячного производства или производства бренди, являются основными поставщиками. Здесь опять-таки вопрос, а почему? А кому это выгодно? Ну то, что это невыгодно сегодня виноделам украинским, это 100%, виноградарям 200%, государству 300%. Вопрос стоит в работающих институтах. У нас 17 контролирующих организаций. 17, которые в той или иной мере вправе вмешаться в деятельность любого винодельского подразделения. Вопрос только в одном. Насколько это нужно для страны Украина? Чтобы навести порядок. Элементарные вещи, элементарные. Все о всем знают. Это вот у нас примерно в любой отрасли, как в общежитии, все прекрасно знают, кто чем занимается. И если потом вдруг каким-то образом получается, что кого-то начинают щемить, это уже какие-то причины. А проблема, в общем-то, она должна быть решена. Почему? Ну, первое. Во-первых, покупатель, тот, который основное лицо на рынке, он должен понимать, что его не обманывают, что он платит справедливую цену. Это раз. Дальше идет момент касаемо винограда, кто выращивает и кто сдает по справедливой или несправедливой цене. Потому что как только присутствуют демпинговые составляющие, то уже тот виноградарь, который год боролся за урожай, он в конце не получит. Ему не дадут нормальную, реальную цену по рынку. И он опять будет говорить, вот сельское хозяйство на Украине, вот меня гробят, на меня никто не обращает внимания, и я здесь вообще как изгой. И он в какой-то мере прав. Потому что здесь должны быть и в большей мере заинтересованность государства. Это съем налогов. Это эффективность использования 1% отчислений. Спрашивается, с какой целью мы тогда вкладываем виноградники, чтобы виноградники, став плодоносящими, не давали себя окупать. Смысл этой операции, я ее не вижу. Я еще помню, когда этот 1% сбор, я тоже был соавтором этого закона. Потому что действительно катастрофа была в виноградарстве.
И мы планировали таким образом, чтобы это было прозрачная, эффективная, понимаемая всеми система. И один момент, который мы не сделали возвратность этих средств. А раз нету возврата, извините, но у нас были прецеденты, и об этом все силовики знают, они тоже занимались расследованием этих вещей, когда через 2 года посаженные виноградники списывались и вновь садились. И это был процесс бесконечный, не использование государственных денег эффективно, а как в старые добрые времена говорили, осваивание этих денег. И на сегодня тоже возвратности нет. Хотя я помню, и нужно дать должное многим депутатам прошлых созывов. И они все разные, с разных партий, разные по убеждениям. Но они понимали одно и придерживались одной концепции. Эффективное использование государственных денег. А для того, чтобы это сделать, нужно было прописать систему возврата и какой-то режим контроля и страховки. Всего лишь. То есть, чтобы каждый знал, что если он получил государственные деньги, посадил 100 гектаров винограда, он за ними должен ухаживать, что придет период 4-5 года при начале плодоношения, и надо будет по чуть-чуть отдавать. Да, эти деньги синфлируют за счет инфляции каждый год. Да, их будет мало, но цикл возврата денег будет у государства. И однопроцентные вновь поступившие, однопроцентные возвращаемые, они добавляли этой поддержки. Вот это не было сделано. Не знаю почему. В общем-то было и как бы понимание и правительственное, и государственное, и депутатская поддержка. Но... И точно так же говорят молодые вот, производители, которые недавно на рынке, которые только на ординаторе сидят сейчас. Да. Они говорят, наш урожай еще не вырос, мы не можем. Но часть мы ординарных коньяков, причем хорошего качества, мы делаем только на импортном. Опять-таки возвращаемся к балансу. 3 миллиона 800 тысяч декалитров или 700, ну, наверное, в этом году будет где-то 700. Это разлитого в Украине коньяка. Умножаем на крепость 0,4. Получаем 1 200 тысяч декалитров абсолютного алкоголя. Берем от этого 1 200 тысяч абсолютного алкоголя, берем эти 10% собственных. Это получается 120 тысяч декалитров абсолютного алкоголя нужно иметь собственной составляющей. Берем 250 тысяч тонн винограда, отнимаем шампанское, вина, берем перекуренное и получаем блеф. Мы блеф полный получаем. Нету этого объема ни у кого. Ни у кого. И, таким, и мало того, и нету подтверждения аутентичности этих спиртов отечественного сырья и определенного качества. Опять-таки, кто судья будет? То, что уже начали делать у нас в стране. Организовывать систему контроля. Я вам скажу, мы когда-то, наверное, это был 2008, кажется, год. Мы когда-то, тогда, будем говорить, часто собирались. Виноделы, водочники. Ну, была какая-то динамика такая. Было желание скомплектовать хорошее законодательство, сделать его более-менее приемлемым для всех, чтобы рынок развивался, в какой-то мере оградить себя от импорта и так далее. Значит, и мы тогда собирались довольно-таки часто. И с Укрсадвинпромом, и другие иногда ассоциации профессионально подключались. Делали такие, будем говорить, ну, как бы, не сколько это имидж, я бы сказал, даже это имиджевые какие-то вещи. Показать, сколько у нас на рынке фальсификата. Приглашали СБУ, МВД, налоговую, ходили, покупали образцы, а потом участники, производители нашего рынка, отечественно, упросили меня, чтобы я сделал вот по купленным образцам исследования в Европе. У меня многих там я виноделов знаю и посещал эти центры. Я попросил сделать аналитику. Это как раз было перед Пасхой, потому что и Когор тогда проверялся. Для того, чтобы сказать, что и наша наука может, я попросил и Магарач.
наши ученые начали говорить: Александр Николаевич, мы можем сделать, но мы не можем это огласить, это для нас будет приговор, нас сначала повешают, потом расстреляют, или расстреляют, потом повешают. Я говорю, вы можете мне анонимно это сделать? Я говорю, поймите правильно, я в вашу пользу хочу подтверждение иметь европейское. И что вы думаете? Совпало. Но европейцы, они же не постеснялись. Им дали образцы, они исследовали. И вы знаете, что меня больше всего в этом аналитическом заключении поразило? Отсутствие воды ягодного происхождения. Глубина анализа, которую делают европейские лаборатории, они даже позволяют определить, вода, присутствие в данном продукте, ягодная или не ягодная. Мало того, позвонили мне, сказали: Александр Николаевич, вы извините, вы просили, чтобы мы и сделали дегустационное тестирование. Мы отказываемся делать данное тестирование. И мы тогда в Униане провели конференцию. Мы показали. Вы знаете, это был, может быть, шок для производителей, в какой-то мере тех, кто смотрел эту программу. Но потом как-то утихло. Вот вам был фактаж, что не было даже воды от ягоды. То есть было полностью, определенные сегменты вина полностью искусственные. Полностью. Тогда получилось так, что до конца это все как бы передали, эти материалы с тестированием. Я отдал эти лабораторные исследования. Где-то кого-то там, может быть, наказали. С полок что-то поснимали. Ну, и по сегодня. Должно быть это желание, в общем-то, государства для наведения элементарного порядка. Поверьте, это делается очень легко. Мало того, сейчас вот начали отрабатывать систему определения аутентичности продукта. Ну, может быть, сыр нас заставил в какой-то мере. События с грузинскими винами, с боржоми. Почему? Потому что я в Грузии бывал часто. Прекраснейшая страна. Профессиональные виноделы. Но поверьте, то, что случилось между Грузией и Россией, с моей точки зрения, что просили, то и сделали. Вот говорю, как есть. Вот это случилось. Точно так же события, которые были и по мясным продуктам. И если мы у себя не сделаем хотя бы 3-4 центра на смешанной форме, на государственной, с делегированными полномочиями, либо это будет под общие корпоративные профессиональных ассоциаций. Мы себя оградим и от этих споров в том числе. Проблема в одном – создание библиотек, то есть исследование вот всех этих продуктов, именно украинских, и получить библиотеки западные. Поверьте, об этом можно с ними договориться. Они даже дадут свои. Почему? Потому что я сейчас еще скажу, что я в свое время столкнулся и с фальсификатом импортного бутылизированного продукта оттуда. Когда я потом с французскими компаниями вдруг разговаривал, производителями, и говорю: слушайте, вот так и так. Они говорят: да нет, у нас там всего 25 тысяч бутылок было поставлено на Украину. А я так прикинул, думаю, ну, а у нас так по всем Азии. И они тогда всполошились. Мало того, ведь проблема фальсификации, она и в Европе есть, но это мизерный процент. Почему-то очень чувствительный рынок, раз. Второе, профессиональные ассоциации, они являются и арбитрами, они являются и третейскими судьями, и они являются с делегированными полномочиями watchdog'и над рынками. И где-то что-то случается, ценовые колебания небольшие уже вызывают вопросы. И там начинается реакция государственная уже. Машина вступает в действие. У нас пока еще этого не отработано. А создание этих центров, я же говорю, что это даст возможность нам себя потом, в конце концов, не давать возможности, чтобы нас в чем-то обвиняли. Сказать: ну хорошо, но у нас аккредитованный специализированный центр, который с точностью до 10 тысяч долей процента определит даже воду, которая добавлялась в этот продукт. Извините. Вы говорите, что неправильный продукт. Давайте, отбираем пробы, у нас делаем. Или хотите, приглашаем европейских специалистов на нашем оборудовании сделать. И все, и вопрос закрыт. Я не думаю, что россияне будут там
особо потом спорится то ли по сыру, там с добавлением, почему. Мир сегодня настолько открыт, и сегодня доступность к информационной базе, в том числе и торгово-промышленных палат, и профессиональных ассоциаций, и отдельных компаний, очень высок. Поэтому понять, кто что грузит, с какой целью и куда, это очень легко, если задаться этим вопросом. Тем более, что есть даже специализированных три издания европейских с очень богатой статистикой по количеству коробок, количеству бутылок в определенные страны, какой сегментации ценовой и так далее. Поэтому, кому интересно, всегда найдет. Да, мы говорим о идентичности сырья. Виноград там или нет? Это первое. Виноградные составляющие трансформировались в ароматические, вкусовые или нет? А если там идет смесь спиртов, то это легко определяемое. Хроматография, хроматомасс-спектрография, ядерно-магнитный резонанс. До молекулы можно определить. И весь разговор закончился. Извините, если мы определяем до молекулярного уровня и говорим, что здесь не виноградного происхождения спирты. Можно и дальше докопаться. Какого они? Картофельного, меласного, зернового. Это не проблема сегодня. Но мы говорим, что здесь присутствуют другие спирты не виноградного происхождения. Это о чем уже говорит? Что это сырье не может называться, ни... оно может называться бренди. Есть так называемый тип, и в Европе называется pink бренди, розовые бренди. Это смесь спиртов. Виноградный, там может быть меласный, зерновой, может быть и выдержанные какие-то типы спиртов. И это вот есть тип бренди, розовый бренди. А есть pure grey бренди, настоящий, натуральный виноградный бренди, только винограда, да. Есть, даже если мы возьмем таможенные коды, сегодня спецификацию таможенных кодов, вот это интересно. Можно то, маркировку поменять? Так да? в Европе маркируется балкерный код 2204 и так далее, добавляются цифры. Балкерная отгрузка, это контейнерами, танкерами и так далее. Коньяк, кстати говоря, и коньячный спирт, коньяк есть только в бутылочном выражении, отгрузка. Коньячный спирт, код в Европе отсутствует. Проверьте торгово-промышленную палату, то ли Брюссель, то ли. Бренди, да. Бренди есть и балкерная отгрузка, и бутылочная, и малая тара. Единственное, что касаемо сырье для Pure Grey бренди, это те же сорта винограда, почти та же система дистилляции, система выдержки, не 200-400 литровые бочки, а допускается и большая тара, 5 тысяч декалитров, 3 тысячи декалитров. И срок выдержки для бренди может быть не год, а немножко меньше, зачитывается этот срок. Все остальное, ну извините, от лукавого. Сколько же, интересно, наша страна недополучает в бюджет такой вот неправильной маркировки у нас на таможне? При разной же маркировке, Вопрос не ко мне. Я одно время, это было очень давно, еще Леонид Данилович был президентом, и в Раднацбезпеке считали примерный уровень тинизации отечественного рынка в части крепкого алкоголя. Ну, цифры тогда были интересные, я чую, они мне до сих пор в памяти. У нас парфюмерии в 200-литровых бочках тогда выпускалось больше, чем чуть ли не французы всеми своими ведущими компаниями. И такое было впечатление, что утром у нас все занимаются не маржеванием, а окатывают себя ведерком, ну, тогда был русский, Шипр, потом лес, тополь, табак. Вот такое впечатление, что с утра окатился и целый день в великолепном настроении. Во-первых, и все рядом тебя ощущают. Это было такое. Второй элемент, когда мы тогда просчитывали. У нас жидкости для омывания стекол, в том числе для автомобилей, в 4 раза было больше на один автомобиль выпускало, чем в Финляндии, в северной стране. Ну и там многие другие касаемо зеленки. Тоже зеленки у нас было столько, что
Ну, просто невероятно можно было ноги в ней парить. Было, проходили мы такой этап в стране, ликвидировали это, ушли, навели более-менее нормальный порядок. Точно так же и здесь государство, в конце концов, и участники рынка заинтересованы. А особенно должны быть заинтересованы, это от них должен быть голос, те, кто выращивает виноград. Они самые, сегодня будем говорить, ущемленные в части получения дохода. Вот для них это важно. И я бы хотел, пользуясь этим случаем, к нашим виноградарям обратиться. Тренд хороший развернулся. Украинское сегодня сырье может быть очень конкурентоспособным. По одной простой причине. Потому что если сегодня сравнивать средневзвешенную цену белых сортов винограда, идущих на переработку в Европе, то сегодня можно сказать, что наш виноград для производства того же коньячного спирта может быть реализован по цене 3,50, 3,80, 4 гривны. Легко. А у нас цена не выходила за 2,70, 2,80, 3 с чем-то. Все. А сегодня уже есть возможность это сделать. И таким образом мы перестанем дискредитировать и тот однопроцентный сбор, в конце концов. Ну, по миллиарду денег там бухаем, бухаем, бухаем. Сегодня гектар винограда с капельным орошением в Южной Африке стоит примерно где-то порядка 25 тысяч долларов. Плодоносящий, 7-летний виноград уже, который там, порядка где-то 28 тысяч долларов можно купить. Самые дорогие виноградники в Италии, район Трентино, гектар, это уже для залога в банке, 320 тысяч евро. Да, эксклюзивные вина там делают, ну, региональная привязка, история и так далее. Это как бы понятно. Но и у нас таким образом, в конце концов, мы сегодня говорим, не могут виноградари достаточно взять кредитных ресурсов, у них залогов нет. Скажите, а как может быть залог, если нет справедливой цены на рынке? Если эта справедливая цена на рынке не дает какой-то денежный поток, который можно потом трансформировать в систему расчета залога этого гектара винограда. И мы потом говорим, когда общаешься с европейцами, говоришь, вот 1000 гектар винограда. Они на тебя смотрят, как на какого-то магната. Они думают, ну, потрясающе богатый человек. Потому что коэффициент залога там гектара винограда 0,61-0,62. Не будем брать цену Трентино, 320 тысяч гектар стоит евро 7-летнего, 8-летнего винограда. Возьмем среднеизвешенный там 30 тысяч долларов. Умножим на этот коэффициент, возьмем на 1000 гектар. Вы понимаете сегодня ценность вот этого всего актива, если бы это было как в Европе? Тут я хотел бы, и еще сейчас много дискуссий у нас ведется о собственности на землю. Да любой вариант сделайте так, чтобы в Канаде можно получить залоговую, дав виноградники в залог. В Канаде, в Онтарио, где много, кстати, украинцев там выращивают тот же виноград. В Новой Зеландии хозяйство Бабич с Украины. Он может заложить виноградники, получить кредит по достойному проценту. И это у него считается актив. У нас это нет. Второй момент, который до сих пор мы не сделали. Мы даем государственные деньги однопроцентные на развитие виноградарства. Почему нету обязательной страховки? Почему нету? В Европе при тех морозах, которые были бы у нас, по крайней мере, компенсировали почти 0,8 к активу оценочному. А у нас получается так. Здесь мы не страхуем, даем государственные деньги, возвратности их нету. Но процесс, в общем, бесконечный. Ну, как говорили опять-таки классики, может это кому-то вы. В нынешней ситуации все. Извиняюсь за то, что перебиваю. Да, мне кажется, что два варианта. Либо фальсификатов станет еще больше, либо просто есть 2-3 компании, которые лоббируют этот закон для того, чтобы просто монополисты. Давайте мы с вами рассмотрим ситуацию в процессе. Ну, допустим, приняли эти 10%. Покупатель должен быть убежден, что он покупает. И покупает ли он качественное, отечественное, или покупает уже какую-то смесь, так назовем ее. Дальше. Как могут развиваться события?
купив это, выпустив продукцию, поставив ее на полку. Дальше можно прийти к ситуации, когда с полки взять, сделать аналитику и сказать, а тут фальсификат. А дальше, как доказывать? Я там купил, извини, но оно уже у тебя было на хранении дальше и в производстве было. Вот какие могут быть события по переделу рынка потом. Почему? Потому что, а чего не предположить такое развитие событий? Может оно быть? Может быть. Это раз. А второе, мы опять-таки должны говорить о реальной конкурентной цене, справедливой для производителя винограда. И дальше со всеми, так сказать, продолжающимися аспектами. Актив, земля, достаточная цена, развитие, цикличное использование денег. Вот это было бы хороший вариант. Все другое. Опять-таки, я думаю, в этом плане, наверное, все-таки с учетом кризисных явлений, а кризис, с одной стороны, это большие возможности и большие возможности очиститься от всего этого. Я думаю, вот это как раз тот период, когда это даст возможность это сделать. Как защитить потребителя? Чтобы я в этом плане сказал. Во-первых, то, что мы будем внимательно рассматривать бутылку, внимательно смотреть на акцизную марку, значит, читать этикетку и так далее. Но коньяк – это продукт второй и третьей покупки. Почему? Потому что сегодня полиграфия, стекольная отрасль и так далее, и много нюансов еще позволяют сделать, ну, будем говорить, продукт, одетый как лялечка. Но не факт, что в ординарном продукте будет нормальный продукт. Это один аспект. Поэтому второй аспект, ну такой, я бы сказал, даже дегустаторы многие этим пользуются, когда помыты руки, но без ароматических составляющих, я имею в виду просто вот мыло. И если капнуть сюда, вот растереть капельку продукта, и потом попытаться его оценить ароматику, то это будет ароматика такого изюма, свежего винограда. Это один момент. Второй момент, когда купили вы продукт, налили вы его в фужерчик, ножичка там, ну, 15-18 миллилитров, и он стоит, потихонечку испаряется. Если туда ароматизаторы, то они все испарятся, и там ничего не останется, и даже жидкость вот после испарения не будет мутнеть. Ну а что, кроме воды, там испаряется? Ароматизаторы легколетучие. А настоящие коньяки, вот так, по испарению в фужере, он начинает немножко мутнеть, потому что идет нарушение баланса между водой и спиртом. И не только ароматическая часть даже усиливается, но и дубильные вещества, и краще, они аккумулируются. Поэтому это как бы второй момент. Третий момент, это опять вот... Но у нас потребитель – это основное лицо, это король рынка. И перед ним все должны ходить вот так вот, как зайчики. Но на самом деле этого нет. По одной простой причине. А куда ему обратиться? Давайте зададим вопрос. Информированный, следящий за своим здоровьем, интересующийся виноградарской и винодельской продукцией, человек, который сам себя начинает обучать, как потреблять данный продукт. И у него возникли сомнения, куда ему идти, кому обратиться, никому. Кто эту функцию от государства может выполнить для того, чтобы иметь конкурентные прозрачные условия? Вот скажите, сегодня, на сегодня. Ну, рейды сделают, хорошо. Ну, накажут кого-то как-то дальше. Давайте зададимся такой вопрос, а много ли полишали лицензий в части? На моей памяти, ну, порядка где-то 2-3 или 4 лицензии. Хотя виноделие уже более 77-го года. Тоже немалый срок. Вот я не помню, чтобы было приостановлено, разобрались и лишили. Не было. 2 или 3. И то это те хозяйства, которые занимались выпуском коньяка, ну,
так, я бы сказал, на таком любительском уровне, чего-то им захотелось. Может, деньги были какие-то, решили. И, в общем, это у них был как бы непрофильный актив. В результате, конечно, и сами дров наломали, и неприятности какие-то получили. А так, по большому счету, после всех многих таких проверок рынка, вам даже в прессе и телевидении можно архивы поднять и посмотреть, что было, что будет, чем сердце успокоится. Помните, в царское время художники-передвижники, которые ездили по деревням, весям в России, показывали свои холсты, то есть доносили культуру в самую глубинку. Вот тоже, может быть, должно быть у нас в части информирования потребителей специализированные программы с участием экспертов или там представителей компаний. Пусть это будут небольшие такие вставки, ну, об особенностях того или иного региона. Почему? Потому что у нас и Крым имеет свою специфику, и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Закарпатье. И дай Бог, чтобы мы свое пропагандировали. Потому что прошло Евро-2012. А где были наши виноделы в части презентации своей продукции массово? В том числе о кухне украинской мы слышали, в том числе и от тех, кто приезжали. Там шведы были, англичане, там и борщ, и галушки, все говорили. Внимательно смотрел за чемпионатом, хотя я сам байдаркой раньше занимался. Ну, интересно мне. Но я не услышал об украинском виноделии. О водке был разговор. Говорили, хорошее. А о виноделии кто-то сказал? Может быть, по какому-то каналу, не видел, может быть. Но я так смотрел новости и высказывания о чемпионате. Не помню. То есть мы потеряли шанс в части презентовать, показать продукцию, раскрыть ее. Потому что туристов-то было достаточно. Человеком движет наживо, страх и надежда. Вы скажите, ну страх это с перепугу, производительности никакой не будет. Все равно будет пытаться сделать, в зависимости от уровня наказания. Надежда это ну, те, кто уж слишком всему доверяют, будет с надеждой. А мотивация основная вот здесь, сегодня она экономическая. Она сегодня экономическая, даже без этой нормы. Норма своя была, вот эта вот, должна была быть введена лет 7-8 тому назад. Когда субсидировалась Европа. И вот когда сегодня говорят о конкурентных рынках, то я думаю, что, может быть, для нас важно, для украинского сельхозпроизводителя даже больше отмена поддержки там. Мы здесь конкурентные будем. Мы еще, ну как бы сказать, такое украинское высказывание, дурни до праці. Нам еще интересно много работы. Там более-менее спокойная ситуация. И вот если там уровни поддержки будут меньше, то у нас многие сегменты украинского аграрного рынка будут крайне конкурентны. На многих рынках. Вот может быть за это стоит бороться. Кстати говоря, Бразилия так борется. Требует отмены. И американцы в этом плане тоже через систему ВТО требуют отмены поддержек. По одной простой причине. Европа имеет очень мощные такие многоуровневые поддержки. И все это тоже прекрасно понимают. Но Европа их уменьшает 2-3%, то есть растягивая это удовольствие во времени. А для нас было бы интересно. Вот случилось это по виноделию. Это, кстати говоря, один из факторов, который мы можем взять на вооружение. Там снята поддержка. Там же были еще вдобавок реституционные фонды. Что такое реституционный фонд в поддержку экспорта? Вы производитель вина. И вы в Брюссель делаете заявку. Я 10 миллионов декалитров экспортирую вина в страны СНГ. Вам к экспортной цене компенсация была бы еще от 28 до 32%. Нормально? Нормально.
Вы скажите, если бы нашим такое сделали, точно бы до Антарктиды алкоголь возили. При такой мощной поддержке, которая была по реституционным фондам. И эти объемы Европа резко сократила. Сократила объем субсидий для перекурок. На нет свела. Потому что Европейский Союз уже стало не 8, не 12, а 20 стран. А винодельческих крупных стран там 4, а котел 1. А каждый имеет право одного голоса. Вот так и проголосовали. Мясо, молоко, поддержки есть там, определенные другие виды. А невзирая на то, что Франция мощная, Италия мощная, Испания мощная, Германия мощная виноделие, сказали, извините, вас мало. И, кстати, когда сталкиваюсь с европейцами там, они говорят, да, вот пересилили нас. Они сами это признают. Рассчитывали на поддержку, но не получилось. Ну, таковы правила Евросоюза. Касаемо фальсификации в других сегментах национальной экономики. Вы знаете, я недавно прочитал в одном журнале, вот обязательно хочу эту мысль сказать, самый быстро растущий и динамичный рынок. Было одно исследование, я читал. Это коррупционный рынок и фальсификационный. Не было на них кризисов никогда. Вот что самое интересное. Касаемо фальсификации лекарств, лично столкнулся. Приходилось покупать эльтироксин для щитовидки. И вот, а там аналитику для себя делаешь каждый месяц. И вот у меня случались такие парадоксы. То в норму входит, то вдруг сверх нормы получается. И когда потом столкнулся с тем, что я провел аналогичную аналитику на Западе, купил там препараты на полгода, и у меня полгода вдруг ничего не происходило. Потом перешел опять здесь, купил, не происходило, потом вдруг опять скачу. Я сам лично с этим столкнулся. Второй раз, второй случай, который у меня был, это касаемо печеночных препаратов, Essential Efor. Я просто потом отправил своим друзьям, чтобы сделали аналитику. А там оказалась мелкая стружка в капсуле. То есть тоже лечил, как бы пытался очистить печень. Может быть, стружка она и помогает, я только не могу понять как. Но на себе это я испытал. Почему? Вот когда сейчас и правительство начало наводить этот порядок, то мне хотелось бы, чтобы и все остальные были активны. Не в плане того, что кто-то сверху должен. Каждый сталкивается с этим. И каждый на себе это может прочувствовать. Только и того, что для себя как бы самого родного больно, когда тебя обманывают. А если вот соседа, ну еще как-то. Вот специфика еще наша такая. Почему? Потому что на Западе там настолько жесткий контроль. Я, пройдя обследование, получив рецепт, придя с рецептом в аптеку, с меня вытребовали паспорт. Хотя на этот препарат здесь у нас не нужно паспорт. Записали номер телефона мой, мобильный, домашний адрес. И я задал вопрос, зачем? А мне говорят, а мы вам позвоним. И действительно, через 2 недели из Америки мне был звонок. Спросили, а как вы себя чувствуете? Я говорю, нормально. Хотел вам анекдот рассказать, намного лучше, чем после, до аварии. Но, наверное, они такого не знают анекдоты, это у нас есть. Но тем не менее, вы понимаете, то есть провизор, который продавал мне лекарства на основании рецепта врача, хотел убедиться о правильности диагноза и моем самочувствии. Хотелось бы, чтобы у нас такое было. Если захочем, у нас все должно получиться. Мы еще не ощутили того комфорта, который имеют там. Мы еще стремимся к этому. Мы готовы много работать. У нас еще пока неплохие, будем говорить, неплохой человеческий капитал, социальный неплохой капитал. Мы еще не так индивидуализированы, настроены только на себя. Мы еще как-то себя чувствуем таким обществом. Пусть разобщенный, но чувствуем. Надо только стараться, да. Как говорят большие психологи, не нужно думать об автоматически сбывающихся плохих предсказаниях. Есть такой Экмана термин, поэтому нужно думать о хорошем.